Herb Dean's going to stop it. That's it. Conor McGregor! Too easy! Wow! Conor McGregor announces his return with about as many style points as you could produce. Я люблю тебя, Дональд. Удар из плеча тебе нос сломали, да? He broke his nose with his shoulder and he pointed to his shoulder to show him that he did that. Wow. Declaring the winner by TKO, the notorious Conor McGregor. Ирландия, детка! Насколько ты рад вернуться? Знаешь, сегодня я сотворил историю, установил очередной рекорд. Я первый боец в истории UFC, который одержал победы нокаутом в полулегком, в легком и теперь в полусреднем весе в трех дивизионах. Выбейте мое имя в истории очередной раз для Ирландии, для моей мамы дома. Я люблю тебя, мам, скоро приеду. Всем спасибо и отдельное спасибо Дональду, ты чертова легенда этого спорта, мужик. Ковбой, поделись своими мыслями о том, что произошло. О, блин, он с самого начала пробил мне плечом, я растерялся, и он добил меня хэдкиком. Забрал награду за мою голову, красавчик. Слушай, мужик, я люблю этот спорт, я продолжу биться. Мне без разницы, я реально люблю это дело. Так что... Да, со мной семья, я в полном порядке. Спасибо всем, что поддерживали меня все эти годы, я люблю вас. От лица всех могу сказать, что мы тебя тоже любим, Дональд. Спасибо тебе за все. Дональд Серрано, леди и джентльмены. Уважение, уважение. Красавчик, Дональд. Уважение тебе. Я вас уважаю, просто невероятно уважаю. Вы воспитали потрясающего мужчину. Вам стоит гордиться, серьезно. Conor just looked like a marauder tonight. I mean, he went in there and just unscathed, just completely dominated. An elite, world-class MMA fighter. You're talking about a guy who's worth $200 million, and he came out like a savage that has $2 in the bank. I mean, he came out like he was fighting for food, like he was fighting for his family. He's back to the mindset that led him to be the most popular fighter in the world. And it's just amazing. Спасибо, ребят, спасибо. Сочувствую, извиняюсь, спасибо вам. После всех тренировок по боксу, в итоге я пробил ему плечом и ногой. Он планировал вырубить меня с хэдкика, в итоге я поймал его. Охренеть можно. Да, я серьезно. Да, охренеть. Ценю это. Он планировал вырубить меня с хэдкика, в итоге я поймал его. Так что, да, счастливые деньки. И тем более я сделал это теперь в трех дивизионах. Это историческое дерьмо. Больше я не вякну, что ему не место в 170. Сегодня он меня заткнул. Здорово, спасибо, рад вернуться. Я рад за тебя, парень. Я люблю этот звук. Король вернулся. Давайте сюда. Давайте, за ирландцев, правящих игрой.